Друзья, у нас практически зима нету. Если вы хотите жить, где зима нету, вот, город Аланья ждет вас. Самый теплый точка в Турции, где растет 187 видов овощей, фруктов, друзья. Где есть богатые исторические места, чистая экология, очень хороший климат здесь, друзья. Морской воздух, природа, Средиземное море. Что еще нужно для комфортного жизни? Правда, друзья, все есть. Даже я тоже здесь. Так что, если есть вопросы, я тоже здесь. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, если вы еще не подписаны. Есть у нас еще Telegram и WhatsApp, друзья, если вам нужна более подробная информация, как можно здесь жить, как можно здесь купить недвижимость, какие процедуры нужны, можете заходить на наш сайт, либо наш Telegram, друзья, либо Instagram тоже можете заходить. Подробная информация, все можете читать, смотреть турецкий жизнь. Так что, друзья, всем доброе утро у нас. 10:30 время здесь сейчас, в данный момент. Как хорошая погода, да? Солнце, витамин, наш врач. Средиземное море, наш врач. Видите, даже люди купаются, загорают. Декабрь месяц, и я вообще не чувствую, что здесь есть. Скоро будет Новый год, я вообще не чувствую. Как-то Новый год у меня представление, как-то мороз, как-то снег, сырость, вот и настоящая зима. Я так-то понимаю, что это Новый год, друзья. Так что сейчас что делаем здесь? Здесь район Махмутлар, друзья. Отсюда буквально 400 метров есть. Одна вторичная жилья. Хочу с вами поделиться сегодня. С мебелью, с бытовой техникой продаются рядом. Есть все городские инфраструктура, друзья. Рядом каждый вторник фермерский рынок тоже есть. Так что, но просто я вам хочу озвучить, друзья. Как-то недвижимость очень важно, что место расположения и отделка качества очень важно. На самом деле, друзья, вот эти два пункта надо очень хорошо знать. Именно когда вы покупаете недвижимость, где можно купить недвижимость. Для этого что нужно, откуда вы это все будете знать, нужно просто для вас консультант, турецкий консультант нужно, друзья. Какое место можно купить, какой недвижимость, какие документы нужно, как можно оформлять турецкий недвижимость, друзья. Зарубежная недвижимость — это очень важно, ответственное решение, друзья, потому что это чужая страна, чужой язык, чужие люди, поэтому нужно вам консультант, друзья. Так что еще раз всем добро пожаловать на наш канал в YouTube, друзья. С вами Асым, ваш человек в Турции, компания Arbatom приветствует вас. Город Аланья очень быстро развивается, друзья, очень быстро развивающий город Аланья, друзья. Я помню, 8 лет назад, 10 лет назад совсем другой город был, город Аланья. На самом деле Аланья еще не город, Аланья — это перегород, относится Анталья, друзья, Анталья город просто. Поэтому Аланья не большой город, не маленький город, средний город, чистый туристический город. Поэтому не сравнивайте Мерсин и Аланья, чем отличается Аланья или Мерсин. Часто меня спрашивают, просто Аланья — это чистый туристический город. Если есть у вас деньги, хотите просто жить, наслаждаться от туристского жизни, вот. Если еще деньги есть, вот город Аланья, здесь недвижимость сильно дорожает, друзья. Это ни от кого не зависит, просто такая сейчас жизнь, просто экономика тоже растет, поэтому. Так что я смотрю море, так успокоит. В самом деле море — это врач, друзья. Соленая вода, очень
воздух, морской воздух. Надо жить, правда? Жить надо. Давайте, друзья, теперь поедем, посмотрим наше сегодняшнее предложение. Если есть у вас какой-то вопрос или свои мнения, пишите под видео. Я всегда с вами на связи, отвечаю ваши комментарии, друзья. Давайте, поехали. Итак, друзья, теперь мы с вами поднимали, вот здесь есть два лифта, коридор длинный, широкий. Теперь мы с вами заходим. 2+1, 130 квадратный метр, с мебелью, с бытовой техникой продаются. Яркая, светлая квартира, друзья. Так что сразу у нас с левой стороны вот такой санузел, красивый, хорошо, санузел, очень красивый и качество. Это вторичное жилье, но новый. Так что здесь, с правой стороны, вот в таком виде. Давайте дверь закрою, чтобы никто не мешал нам. Красивый, хорошо, мне понравилось, если честно. Так что здесь у нас зал вместе с кухней, спальная комната, здесь тоже спальная, родительская комната. Теперь начнем откуда? Давайте начнем от родительской комнаты и заканчиваем, где зал кухни. Короче, где спальная комната, родительская комната, вот с левой стороны, здесь есть вот такой длинный большой, огромный шкаф. Качество. Так что есть здесь немножко дополнительные вещи, но главное не мебель, главное место расположения. Здесь есть вот таком месте кондиционер. Кондиционер тоже есть. Итак, большая комната, там балкон есть, между прочим. Большая комната для сдачи, аренда и для себя очень хорошо место расположения. Внизу есть торговый центр, новый, все брендовый, да, марка, короче, все бренды там. Здесь внизу торговый центр есть, очень удобно место расположения, друзья. Потолки высокие, между прочим, потолки высокие. Здесь есть вот так. Так что красивый, хорошо. Квартира яркая. Два санузла есть. Давайте теперь идем дальше. Здесь есть еще детская комната. Кровать тоже большое качество, хорошо. Здесь еще один балкон есть. Вот балкон. Здесь еще шкаф. Вот здесь, где детская комната, тоже шкаф есть. Уютно, красивое качество, кондиционер тоже есть. Перехожая тоже очень красивый, правда? Очень красивый, хороший перехожая. И здесь мы теперь попали куда? Зал кухни вместе. Вот такой зал. Видите, красивый, хорошо. В самом деле, друзья, очень планировка расположения очень хорошо. Юг, север. Нет, там восток, север, юг. Вот такое расположение очень хорошо. Очень хорошо расположение, друзья. Картинки тоже еще даже не повесили. Все новый мебель, все красивее, хорошо. Так что все, посуда тоже есть, холодильник есть, все так. Так что это вторичное жилье, между прочим. Но мало жили здесь, много не жили. Так что мне нравится просто мебель и расположение квартиры. Видите, очень мало жили, поэтому грязи нету. Так что давайте еще балкон. Выходим, посмотрим, какая жизнь там. Вот так. Все. Выходили балкон. Это третья линия, район Махмутлари, друзья. Вот в таком виде. Угловый балкон. Здесь вот там
торговый центр внизу, торговый центр. Очень хорошо место расположения напротив. Продуктовый магазин, рыбный ресторан. Вот это все. Каждый вторник здесь рядом базар. Вот в таком виде. У нас погода отлично, между прочим. Вот здесь внизу есть торговый центр. Очень много разных марок. Очень красиво, хорошо. Магазин есть здесь. И наша квартира вот здесь. Вот здесь. Очень хорошо место расположения через лифт. Сразу вы попадете в всю городскую инфраструктуру. Красота. Мне очень понравилось. Удобно. Очень удобно место расположения. Короче, друзья. Thank you.